часов вечера. Так, встретиться с Монро. Локация у нас добавлена. Так, что мы сейчас делаем? Давайте-ка смотреть локации. К Монро едем. Отлично. Так, садимся тогда. Где наша машина ждет нас? О, смотрите, тут их несколько на выбор. Так. Поехали. Сейчас мы ему всыпем. А, кстати, где Джек Коул? Как же мы без него? Да, так, интересно, здесь срезать как-то... Ах ты, гад! Вы видите, как водят здесь, в Лос-Анджелесе? Вообще, как в Москве. Так, здесь... Да, отлично, срезаем. Там далеко, интересно, ехать от него. Но он такой скорости достаточно быстро... Да... Ай! Блин, аж надо было столб словить в такой безобидной ситуации. Да, зачем нам сюда? Нам нужно развернуться и ехать в другую сторону. Здесь на повороте повернуть. Так, ну что, там, наверное, будет жесткая перестрелка сейчас в резиденции Лиланда Монро. Кстати, по-моему, в 7 часов вечера, если не ошибаюсь, было, когда Келсон... Ах ты, гад! Когда Келсон вышел из своей квартиры. Странно, что его в квартире никто не ждал. Обратите внимание. Монро мог запросто послать туда своих ребят и прикончить его. Блин. Подрековато-то ехать, на самом-то деле. Так, отлично. Эй. Ух ты, как фартануло нам сейчас. Сейчас фартануло. Вообще, я прям фартин. Так, здесь предлагаю прям вот так вот наглую. Опа. А, нет, получается, да, оказывается. Грамотно они тут декорации настроили. Блин, еще ущерб земле вычитают с меня. А, слушайте, по-моему, здесь. Нет? Так, частные владения написано. Так, ну что мы делаем-то? Дальше? Ах ты ж. Там выше точно надо было подниматься. По дороге. Так, блин. Здесь дорогие деревья, с меня очень много вычитают. Да чё ж я в деревья-то втыкаюсь? Вообще обалдеть. Так, прямо едем. А... И как это я проехал-то, интересно, секунду. Хм. А как мне теперь отсюда выбраться? Так, если я разгоняюсь сейчас... А-а-а! Ух ты, глядите-ка. Интересный баг нашли. Вот он, приземлился. Красавчик наш. Так, ха-ха-ха. Ну что, давайте ловить такси. Давайте вот этого сейчас из машины выкинем. Нам же как-то надо доехать. Эй! Эй-эй-эй, я думал, он задавил. Что за хрень? Не, вы видели вообще, что происходит? Хрень какая-то. Так. Давай. За то, что шляпку сбил, сейчас мы им покажем. Открывайся, сучёныш. Ну. Странно, почему я не могу сесть в его машину? Так, давайте-ка вот здесь. Тоже не могу, да? Может быть, в открытую смогу? Так. Не, глядите. Да ладно, я не могу машины открывать. Охренеть. Так, вот там, кстати, машины стоят. Давайте-ка их брать. Так, здесь нет машин. Ну, там далеко, хотя вот здесь ближе уже бежать. Сейчас вот сюда садим. Сядем. Так, садимся. Отлично. Так, ну вот как раз Линкольн Континентал мы разблокировали. Так, здесь, наверное, по вот этой узенькой дорожечке поедем вверх. Смотрите, тут какие загородные дома. Прям как в Барвихе. Так. Типа здесь зажиточные люди живут. И столбики расставлены по краям дороги. Это усложняет намного управление на такой узкой тропинке. Так, ну что, мы приехали. Отлично, Джек тормозит сам. Итак, резиденция Лиланда Монро. 11 часов вечера, он на 2 часа опоздал. Ребята курят перед смертью. Спасибо всем за помощь. Я хочу минимум шума и без заложников. Okay,
Итак, давайте за работу. Команды по двое. Вперед. Ну что, сейчас снова стрелять. Отлично. Ну что, давайте кого-нибудь садим уже. Давай. Падай. Ну все, перестрелка началась. Причем смотрите, сколько их. Просто до хрена. Так, я предлагаю вот сейчас вот сюда. Сюда спрятаться. Так, вон там побежали. А, они по флангу пошли квасить всех. Так, давайте-ка. Ах ты гад. Нет, не смог. Надо поближе, конечно, подходить. Так, что это у него здесь? Отлично. О, да, это то, что нам надо. По идее. Так, прячемся за кустом. Нам проблемы лишние не нужны. Так, давайте-ка вот сейчас переберемся к парку. А, это дробовик. Эллон, это винтовка. Так, давайте-ка поближе тогда подбираться. Шотганчик. А их двое тут всего осталось. Я думаю, что их мои ребята замесят. Блин, бегают как крысы, мать. Yes, один готов. Вот здесь дробовичок сработал как надо. А вон там, видите, подмога-то бежит. Так, далековато будет. Надо поближе, конечно, пройти. Так, давайте сейчас перебегаем. О, да. Так, что здесь? Предлагаю за памятник спрятаться. Yes! Мать его, так. Так. Может, мне кто-нибудь поможет? Так, сейчас он вылезет. Я его пришью. Хотя... Ах ты, гад. Так, по 3 или 4 патрона я обратил внимание здесь. Все, смотрите. Сейчас мой пипец. А, он бегает еще. Damn it! Так, черт, они меня ранили. Так, здесь надо спрятаться. Блин, охрененно. Правда, развалилось не очень реалистично. Но. Yes. Все, да? Закончились патроны в нашем добром дробовичке. Так, у этих еще оружия не было, что ли? У этого еще пистолет был или что у него? А, патроны, да, по сути. Походу, для пистолета взяли. Так, ну нам дальше нужно идти сюда. Давайте сейчас пробираться. Тихонечко. Смотрите, прям такая жара. Все. Помогли мне. Зачистили периметр. А, нет, он просит наоборот, чтобы они держали периметр. Чтобы они спокойно Джек и вот его напарник смогли пройти внутрь. Перезаряжаем пистолет. Ручек желтых, как видите. А, есть? Есть. Вот с этой стороны. Так, отлично. Главное, чтобы нас здесь не завалили. Ну, смотрите, они достаточно тупые. Ах ты ж. Главное, чтобы патроны остались. О, yes. Смотрите, как все круто. Заходим. Так, что у них тут было-то? Давайте смотреть. Так, барная стойка, бильярд. О, смотрите, как круто устроили здесь. Конечно, Лиланд Монро тут за все оплачивает. Окей. О, yes. У меня, походу, патроны закончились. Но нет, глядите, не закончились. Просто я не перезарядил. Так, что у нас дальше? Давайте проходить здесь по этим желтым ручкам чертовым. Так, патрончики взяли. Дальше выбиваем. Так, кто это? У нас секретарь. Монро. Да. Опа, схватила. Очень хорошо выглядишься девочка и держишь такую большую штуковину. Я знаю, как ее использовать. Я уверен, что да. А как насчет того, чтобы показать, навести эту пушку в направлении Голливуда? Я обычно не стреляю в женщин-принцесса. Как насчет опустить эту пушку? И происходит выстрел. И он ее... он дает пощечину этой секретарше. Кулаком. Guts, я думал, что у тебя кишка тонка, девочка. Я никогда хорошо не разбирался в женщинах. Так, ну что, нашего Келса ранили, значит, да? Оп, давайте where смотреть. Ищем Монро. Монро, где ты, черт тебя дери? Так, дальше идем. Давайте. Ох ты, гад. Охренеть. Ну там и пушки. Серьезно. О, oh, yes. Так, прячемся.
Перезаряжаемся. Блин, хорошо, хоть второй выстрел не пропустил. Фух, охренеть. Так, перезаряжаем. А, не надо, он за меня перезарядил. Странно, почему? Или патроны уже заканчиваются здесь, наверное. Просто перезарядка должна быть, потому